На старт 15-го заезда приза в честь прорывного парка «Ослыкуль». Бег со старта повела «Вишенка Лок» на втором месте и «Лария Лок». На третьем «Алькантаре» и на четвертом «Визави Лок». Бег ведет четвертый номер «Вишенка Лок». На втором месте третий номер «Илария Лок». На третьем «Алькантаре» и на четвертом второй номер «Визави Лок». Бег ведет четвертый номер «Вишенка Лок». На втором месте третий номер «Илария Лок». На третьем «Алькантаре». На четвертом второй номер «Визави Лок». Первая четверть пройдена ровно за 39 секунд. Бег возглавляет по-прежнему четвертый номер «Вишенка Лок». В руках наездника второй категории «Гусака Виталия». Далее третий номер «Илария Лок», «Алькантара» и «Визави Лок». Бег возглавляет четвертый номер «Вишенка Лок». Далее третий номер «Илария Лок», первый номер «Алькантара» и второй номер «Визави Лок». Вторая четверть пройдена за 35,6 секунды. Бег по-прежнему без изменений возглавляет четвертый номер «Вишенка Лок». На втором месте третий номер «Илария Лок». На третьем первый номер «Алькантара». И на четвертом второй номер «Визави Лок». Участники 15-го заезда подходят к отметке третьей четверти. Бег возглавляет четвертый номер «Вишенка Лок». Далее «Илария Лок», «Алькантара» и «Визави Лок». Бег ведет четвертый номер «Вишенка Лок». На втором месте третий номер «Илария Лок». На третьем первый номер «Алькантара». И на четвертом второй номер «Визави Лок». Далеко сзади. Третья четверть дистанции пройдена за 36,6 секунды. Участники 15-го заезда выходят на финишную прямую. Сбоит второй номер «Визави Лок». На финишные прямые участники 15-го заезда приз в честь природного парка «Ослыкуль» заканчивают дистанцию четвертый номер «Вишенка Лок». В руках наездника второй категории «Гусака Виталия» заканчивают дистанцию третий номер «Илария Рок». В руках наездника первой категории «Ксении Морозовой» заканчивают дистанцию первый номер «Алькантара». В руках наездника второй категории «Секисовой Анастасии» заканчивают дистанцию второй номер «Визави Лок».